Вопрос увеличения городского бюджета в Рязанской гордуме был сегодня ключевым. Понятно, что расходных строчек в главном документе Рязани прибавилось. Понятно, что почти каждая из позиций бурно обсуждалась. Но в итоге изменения приняли единогласно. Проектом решения предлагается увеличение доходной и расходной частей бюджета на 3 миллиарда 445 миллионов рублей за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Одновременно расходы и размер дефицита бюджета города Рязани на 2022 год увеличиваются на 5 миллионов рублей за счет бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону. Детализацию всех расходов народным избранникам расписали вплоть до копейки. На возведение западного канализационного коллектора предусмотрено 300 миллионов, почти столько же на строительство школы в ЖК «Олимпийский». Детский сад и школа в Кальном в сумме забирают 333 миллиона рублей, но это еще не рекорд. Самая важная позиция в расходной части – ремонт городских дорог. А вот это уже рекорд – почти 962 миллиона рублей. Я благодарю Павла Викторовича Малкова, нашего главу региона, за то, что он вник в вопросы города, и основным вопросом для города, конечно же, является ремонт дорог. Мы обещаем, как депутаты Рязанской городской думы, отследить все составляющие этого ремонта, контролировать, и уверены в том, что мы будем контролировать, и подрядчики выполнят работы в срок, установленный муниципальным контрактом. На благоустройство общественных территорий власти потратят 280 миллионов рублей, в том числе 130 миллионов на благоустройство торгового городка. Отдельная строчка – строительство артезианских скважин и водопроводной сети в поселке Солоча. Здесь рассчитывают провести реконструкцию здания со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания. А еще не забыли и рязанских педагогов. За классное руководство им заплатят 160 миллионов рублей. Максим Васильев, телекомпания «Город».